قاصرات الطرف يعني هؤلاء نساء الجنة، يعني هي لا تنظر إلا لزوجها، يعني هي لا تنظر لأحد آخر أجنبي. هذا قول. القول الثاني يصح الجمع بين القولين، أن يعني زوجها لا ينظر لأحد إلا إليها. что Аллах Субхана Таала описывает женщин в раю, что они касырату тарф. И ученые говорят, что значит касырату тарф. Одно из мнений это то, что эти женщины не смотрят ни на каких других мужчин, кроме на своих мужей. А второе тафсир, это то, что мужья не смотрят ни на каких других женщин, кроме как на них. И эти оба тафсира правильные. يعني هي لا تنظر لأحد إلا لزوجها وجعلت زوجها لا ينظر لأحد يعني من جمالها إلا لها. то есть она не смотрит ни на каких других мужчин и ее муж не будет смотреть ни на каких других женщин из-за ее красоты.